типа мне нужно просто с этой территории свалить. Так что делаем вот так. Бумс. И все. Задание выполнено. Наград 250 эфок, очень мало. Так. Все, продолжим. Точнее, все, я завершил. Я не хочу больше эти дополнительные задания играть. А, так что давайте. Есть компанию сейчас. Так, ну все, спасибо. Дальше мы идем. По заданию, напомню, нам далековато, я думаю. Да, где этот восклицательный знак? Вот он. Можно ли сюда как-то переместиться? Блях, муха. Ладно. Я думаю, это не так далеко. Поэтому идем. Снова началось. Так, дополнительное задание. Офигеть! Вот в следующий раз у него будем. 1200 дает. Лучше уж у него, мне кажется, взять. Но у него наверняка задание посложнее. И, естественно, подольше его выполнять будет. Ну, придется мне. А, я думаю, здесь можно перелезть. Блин, вода здесь. Что-то как-то пить аж захотелось. Ай, водичка. Дождичка, чё, блин. Что-то надо положил за водичкой сходить сейчас. А вот мы уже пришли, оказывается, речку надо было просто переплыть и все. Так, ну-ка посмотрим, куда нам здесь. Маскарад какой-то здесь. Стоп. Это, наверное, основное задание, я надеюсь, да? Да, это основное задание. Ой, блях, мух, там написано играть. Твою дичь. По-моему, это дополнительное задание, нет? Нет, походу, это не дополнительное задание. Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Это, конечно, не парадный вход в Сен-Шапель, зато наше. Да, вроде бы это не... Раньше его использовали наши компания. Шпионы. Но сейчас тут компания. Полная разруха. Основное задание. Если узнаешь что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря, для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Ясно. Ясно. Круто. Так, ну что? А, заберите доход из кафе театр. Хорошо. А, обязательно достигнем. Достигнем, естественно. Вот, уже достигли.